Здравствуйте. Вот есть такой парадокс, называется он парадокс Левенталя. Звучит очень похоже на Лилиенталя, но это не Лилиенталь, Левенталь. Лилиенталь – это, знаете, два человека есть с этой фамилией. Один Лилиенталь – это просветитель евреев, а другой Лилиенталь – это создатель первого удачного планера, да, вот правильный такой конструкции, от него потом пошли от этого планера Лилиенталя все самолеты, да, нормальный такой крылом, таким, знаете, вот, Отто Лилиенталь. Так это не про него, а это про Левенталя. Парадокс Левенталя, вот о чем идет речь. Значит, вот смотрите, какая ситуация. Вот синтезировался белок. Да, что такое белок, знаете? Я уж много раз рассказывал, еще раз расскажу в тех же выражениях. Это природный полимер. Состоит он из полимеризовавшихся аминокислот. Так получилось, что аминный конец с кислотным концом хорошо объединяется, при этом будет там еще вода выделяться. Вот они будут полимеры стыковаться. Получается такой длинный-длинный состав. Как железнодорожные, из разных вагончиков, но они, в принципе, вот, одинаковые сцепочки. Эти вагончики, значит, они собираются, это называется первичная структура белка, во вторичную структуру белка, в такую спиральку. Очень выгодная конструкция, потом спираль сматывается, значит, третичная структура белка, а спиралька, как ниточка такая длинная, получается, такая крученая, и она вот как вот в комочек. Обычно это я показываю, смотрю, чтобы нитку оторвать нечего, все уже оторвал. Ниточку так вот между пальчиками скатаете вот в комочек, вот это вот вторичная структура белка. И третичная структура, когда белок, он, понимаете, друг относительно друга, вот эти глобулы, это глобул называется, как-то располагаются, есть даже кристаллизуются так вот эти глобулы, да, вот так. Вот, ну вот самый первый шаг – образование спиральки. Вещь очень загадочная. Значит, спиралька это образуется потому, что в белке есть молекулы, атомы серы. Атомы серы, они винтили очень электроотрицательны, так называется. Они очень хорошо на себя перетягивают от соседей электроны. И поэтому вот атом серы отрицательно заряжен. Вот атом водорода в этих молекулах, он вообще говоря, водород это типичный восстановитель, то есть тот, кто отдает электроны, он кому-то отдал электроны, скорее всего, углероду. И вот этот вот атом из соседнего виточка атом водорода, он притягивается к отрицательно заряженному атому серы. И получается вот из-за этого такая вот спираль, которая вот, ну, пружинит она. И вот загадка в том, а как она вдруг так сама берется и собирается? Ведь ту пружинку, которую делает, скажем, слесарь, он наматывает ее, как-то там заневоливает, еще что-то делает. А это слесарь делает, он наматывает ее. А вот тут что происходит? Тут должна произойти вот эта сборка без видимого участия каких-то, понимаете ли, вот, ну, внешних устройств каких-то, да? Сама по себе должна произойти. Если она будет происходить случайным образом, эта сборка, то это совершенно бессмысленный номер. Только что синтезированный в клетке белок, ой, да никогда он не станет этой спиралькой. Вот это и есть парадокс Лилиенталя. Так вот, парадокс Лилиенталя, он как бы вроде бы был даже решен. Сейчас объясню как. Ну вот смотрите, говорят, достаточно образоваться первому виточку. Вот он, первый виточек состыковался, а остальная структура, она будет под нее подлаживаться, тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик, вот так вот будет собираться, да? Вот такая структурка. Это, дескать, произойдет гораздо быстрее. Это уже будет происходить, каждое следующее выгодно будет уже, просто энергетически выгодно будет. И вот она вот так возникнет за, ну, в общем, за очень даже приемлемое время. Вот. Вот такая вот нам была, значит, дана на этот случай, значит, объяснение. Парадокс, хочу сказать, Лилиенталя, на самом деле Левенталя.
Но тут понимаете, в чем дело? И это, мне кажется, не объяснение, а некая замазка. Сейчас я вам расскажу. Это будет называться парадокс шнура от электрического утюга. Вот я не знаю, как в тех местах, где вы живете, устроен электрический утюг, а у нас электрический утюг имеет электрический шнур. Шнур этот выполнен следующим образом. В него шнуре, это два провода изолированных, а снаружи они в такой оплетке, квази-шелковой, да, не шелка, а что-то еще. И вот с этим шнуром происходят занятные вещи. Во время эксплуатации он иногда случайно где-нибудь перекручивается в каком-то месте. И с этого места вот происходит вот эта вот скрутка. Он деформируется, и тут вот начинает вот так он скручиваться в спиральку такую. Угадываете? Почти как там Олег. Так он скручиваться начинает не в одном месте, а в нескольких местах. И ждать, что он весь потом скрутится и превратится в такую спиральку, знаете, как вот шнур от телефона. Сейчас уж телефоны забыли, что бывали со шнуром, наверное, да? А я-то еще помню. Такой крученый шнур, это модно было. Вот. А он ведь может в разные стороны закручиваться. И наверняка. Я к тому клоню, что скрутиться в нужную сторону, вот эта молекула ДНК-то, пожалуйста, пусть скручивается. Но должны быть явно совершенно молекулы, скрученные в разную сторону. А есть такие. То есть вот с одной стороны, в одну сторону, в другую, вот так куски в разные стороны, фрагменты такие скрученные. Знаете, были такие у нас во время эксплуатации, появлялись вот эти вот такие спиральные такая вот шнур, да, какой вот к телефонному аппарату, да, к ручке идет, который у нас перекручивался, перехлестывался, там вот то в одну сторону накрутка, то в другую идет, вот такой он был, да, изуродованный жизнью. Вот так выглядят молекулы белка? Нет. Нам про это никто ничего не говорил. А вот если бы вот эта проблема Левенталя именно так решалась, парадокс, вот должно было бы это быть, оставаться. Ну, вообще говоря, это всегдашняя проблема, проблема хранения генетической информации, ведь об этом идет речь-то в итоге-то. Вот, она всегда весьма сложна. Дело в том, что сама по себе генетическая информация, она, как говорят, избыточна. Вот в том геноме, которым, значит, обладает человек или там другие живые существа, в нем большая часть генома – это, как они называют, мусорная ДНК. То есть ДНК, не несущая наследственной информации. Там, про то, какие будут там уши, что будет печень выделять, какие ферменты желудок будет вырабатывать, ничего этого нет. Да? Там, непонятно что, мусор, говорит, какой-то. На самом деле, конечно, мысль такая, что это так природа неэкономна, ведь, смотрите, сколько нужно сворачивать, с какими сложностями, преодолевая парадокс вот этого мусора. Понятное дело, что там не мусор, там некая программа, которая управляет работой вот того, что, той информации, что вот про то, что там, что там желудок генерирует, что там печень вырабатывает, какой цвет глаз и какая склонность к ожирению у человека, да? Вот эту информацию, наследственную, строго говоря. Вот ее, вот что-то там с ней она делает, а как-то она ее управляет. Возможно, и скручиванием управляет эта информация. Вот как, кстати, это реализуется, никто не знает. То есть вот написано на роду у нас быть такими-то, да? Но как это потом все с помощью синтеза белков все это происходит, вот это нам пока мы не знаем, говорит, да? То есть программа, но не знаем, как устроен компьютер, который с этой программой работает. Ну, это типичная ситуация, мы к ней привыкли обычно. Мы пишем программы, не представляя, как компьютер устроен. Учимся писать так на Basic, Fortran'ах, всяких там питонах и прочих других языках. Ну вот. Вот как-то так, понимаете. Так что загадка передачи наследственной информации, как это, тайна сия велика есть. Вот так вот. Так, хочу вам напомнить, что
живу я за ваш счет, или вернее за счет тех, кто мне все-таки помогает финансово. Для этой финансовой помощи внизу есть под видео номер моей сбербанковской карточки. Он цифрами заканчивается 3243, PayPal, Яндекс.Деньги, Киви, кошелек. Реквизиты самого счета. Все как туда, все эти реквизиты там, все эти сбербанковские. Все там есть. Так что поддержите меня, пожалуйста. А то шибко сильно жизнь трудна стала. Капиталоемко очень. Я ведь вам правду говорю, ни за что вас не агитирую. Агитировал бы, мне, может, кто деньги платил бы. А может, там хорошие агитаторы все уже присвоили себе. Они вам и расскажут всю правду, как надо правильно жить. А нет, так меня смотрите, поддержите. Пока.